Сейчас покажу вам новый заброс, позаимствованный из, так скажем, кастинга. Хорошее место. Закинуть практически невозможно, да? Иногда маятником не получается, если мормышечка легенькая. Делаем следующее. Опускаем лесочки, сколько нам надо. Закрываем душечку. Берем за леску. Натягиваем. Получаем вот такую интересную вещь. Затем, куда надо, бросаем мормышечку, отпускаем леточку, и все. Очень хорош в стесненных условиях, где не размахнуться, не замахнуться. Но там обычно рыбка стоит. Но здесь что-то не стоит. Еще раз показываю. Душку открываем, отпускаем лески, сколько нам надо. Душку закрываем. Здесь вот узлик катушки, между катушкой и первым кольцом берем, натягиваем. Вон наша мормышечка. И куда надо, оба, бросаем. И начинаем проводочку. Иногда здорово выручает. Особенно где коряги вот такие, где ветки рядом закинуть. Может, кому пригодится. А я дальше пошел рыбу ловить.